Пассажирских перевозчиков, которые выполняют муниципальные и межмуниципальные маршруты, обяжут в режиме реального времени предоставлять данные о местонахождении в региональную навигационно-информационную систему. Сегодня на заседании правительства Югры одобрены изменения в окружной закон, касающийся организации транспортного обслуживания населения. Контроль будет организован также за соблюдением расписания. Принято решение, что количество невыполненных рейсов в течение одного квартала не может превышать 3%. С нарушителями будут бороться штрафами. Региональная навигационно-информационная система на базе технологий ГЛОНАСС и ГЛОНАСС-GPS в Югре запущена несколько лет назад. Непрерывное дистанционное слежение за маршрутом и техническим состоянием транспорта, порядок на дорогах и возможность оперативно реагировать в случае внештатных ситуаций. Определен теперь уполномоченный орган, который имеет право именно контролировать это. Это уполномоченный орган в сфере транспорта. То есть это на региональном уровне, соответственно, департамент, на муниципальном уровне, соответственно, уполномоченные органы. Поэтому теперь требования, скажем, стали более точные, теперь их будет проще соблюдать.